Вот это красота, ребят. Об этом только можно мечтать. Это как в сказке, смотрите. А, красота. Вот это подосиновичек. Смотрите, шляпа больше, чем моя рука. Здесь более темная шляпка, здесь более светлая. Хотя растут абсолютно рядом, где-то сантиметров к 10 друг от друга. Ой-ой-ой, ребята, я нашел. Это полянка, это не продолжение следует. Блин, вот это я понимаю. Фух, я доволен, ребят, я доволен. Ой-ой-ой-ой-ой, там еще дальше растут. Ах, красота, красота. Так, берем. Вот, ради этого мы ходим в лес. Я приветствую вас, грибники. Сегодня 6 августа, и это леса Подмосковья. Вчера прошел небольшой дождик, я не удержался и сегодня махнул в лес. И надежда моя оправдалась. Смотрите, первая находочка — подберезовик. И вот видно, что вот этот подберезовичек, он сам по себе влажный, плотный, упругий. И, скорее всего, дождик повлиял на то, что он вырос. Давайте я срываю его. Ну, это... Так, вот так. Это первый грибочек. И давайте покажу сейчас дальше находочка. Ох, вот этот вообще очень красивый. Смотрите. Шляпка еще более темная, чем у этого подберезовика. Гуляю сейчас по окраине болота. Так, сейчас мы его выкручиваем. Красиво, красиво. Так, кстати, здесь... Нет, этот уже погиб. Так, красавчик. А, вот это да. Визуально даже видно, что они не червивые. Так, и сейчас мы посмотрим, да. И третий подберезовичек. Лес очень хороший, очень много берез и мха. Здесь все создано, чтобы росли грибы. Это мой третий поход уже сюда. И все время я здесь собираю подберезовики. А, этот вообще красавчик. Он просто шпингалетик. Молодой шпингалетик. Вот, смотрите, какая красота. Кругом березки, трава, мох. Там чуть дальше брусника растет. Так, ну что, в корзиночку пойдем. Оказывается, там вот невнимательно посмотрел, еще грибочек растет. Смотрите, какой молоденький. Ой, просто красота, красота. Все-таки, я думаю, дождик повлиял. И подберезовички поперли, а? Красота. Так, давайте сейчас посмотрим, червивые эти грибы или нет. Потому что многие в комментариях мне пишут, что я собираю грибы, а половина из них типа червивые. Ну давайте вот посмотрим. Срезаю. Ну вот смотрите, идеально. Это самый большой гриб, который срезал. Ни одного червячка. Красота, красота, ребят. Все, у меня раш. Сейчас будем дальше собирать. Вот первая моя находочка. Вот, ребят, смотрите, нашел подберезовичек. Видно, вот буквально, на, скорее всего, ночью он вырос. Еще шляпка даже не покрылась никаким цветом, он весь белый. Так, срываю. Красота, красота. И очень мне нравится то, что я прихожу в этот лес, я всегда практически уверен, что я насобираю здесь грибы. Вот смотрите. Вот они вот тут буквально только вылезли. После дождика. Кстати, даже похож на беленький. Ну, визуально, да. Кстати, не, это все-таки подберезовики. Березовики. И вот он, смотрите, какой маленький. Ой-ой-ой, какой шпингалетик красивый. Ой, как мне нравится этот лес. Одно удовольствие здесь гулять. Березняк молодой. Мох, травка. Еще раз повторяюсь. Классно. Так, а вот здесь корзиночка стоит. Здесь я уже нашел два подберезовичка. И сейчас вам покажу. Смотрите, вот они, два красавца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребятки, выкручиваю вас. Так, ну вот, смотрите, буквально я прошел, наверное, метров 20 и еще нашел подберезовички. Вот такую кучку подберезовиков. Так, давайте посмотрим. Один визуальный, я сейчас при вас чикну. Так, один мне в комментариях написал: ты говоришь часто слово чикну, как будто ты зоны. Нет,
Конечно, глаза разбегаются, но, ребят, ну смотрите, я просто сейчас посмотрел по сторонам, а оказывается, вот еще один красавчик. Смотрите, шпингалетик торчит. Берем, смотрите, какой хорошенький. Так, и дальше растет под березочкой. Когда я нахожу, конечно, я сразу включаю камеру, толком не осматриваюсь, а тут, оказывается, продолжение грибной присутствует. Так, здесь же буквально, наверное, метрах 5 растут вот эти грибы. Но мне кажется, что это волнушки. Очень визуально, конечно, похоже. Может, я ошибаюсь. Но здесь их просто куча. Прям целые поляны. Ребята, находка у меня. И, как всегда, барабанная дробь, и смотрим. Смотрите. Вот это красота, ребята. Об этом только можно мечтать. Это как в сказке, смотрите. Под березочки молоденькие. Прям кучкой растут. Там дальше еще растут. Картину хочется писать. Очень красиво. Я уже пару минут здесь постоял, полюбовался. Красотой леса, красотой этих грибов. Красиво, да? Давайте берем, собираем эти грибочки. И я покажу сейчас еще. Ой, красота-то какая, ребята. Все грибочки молоденькие, только выросли. Твердые, упругие, подберезовички. Люба, Люба. Так, смотрите. Дальше идем. Видите? Вот еще подберезовичек. И это все в одном месте растет. Растет это на болоте. По пушечке болота я хожу и собираю. И вот смотрите, какой молодой шпингалет. Ай-яй-яй, красота, ребят. Лес вообще здесь замечательный. И одно удовольствие здесь получаю гулять. Так, смотрите. И еще сейчас я покажу. Давайте. Так, продолжение следует. Сюда я пока их положу. Я уверен, что все те грибочки, которые сейчас нашел, они хорошие. Вот эти, конечно, взрослые их. Но красиво, ребят, красиво, а? Лес, конечно, замечательный, смотрите. Просто одно удовольствие здесь гулять. И вот такую красоту находить, конечно, прям сразу находишь, прям аж такое сердцебиение такое усиливается. Так. Так, сейчас мы посмотрим. Может быть, шляпочка будет нормальная. Так, что здесь у нас? Вот, взросленькие, ребята, взросленькие. Так, пойдемте в сторону корзинки. И мы уже определимся, кого взять, кого оставить. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, красота, красота, ребят. Ну, давайте посмотрим, червивые грибы или нет. Смотрите, ножка идеальная. Шляпка тоже хорошая. Берем следующие грибочки. Ну, здесь даже идеально просто. Просто идеальные грибы, ребят. Все-таки вот дождик вчера прошел. И вот эти грибы, их даже берешь, они влажные. Отлично, все отлично. Так, ну здесь немного не айс. Так, и здесь смотрим. Нормально. Все, ну это молоденький. Даже смотреть можно. Подберезовичек. В кустике забрался. На солнышке играет. Так. Давай посмотрим. Сгодишься ты нам или нет? Ну, вроде бы плотный, упругий. Так, берем. И где-то я видел соседа. Так, сосед. Ну, сосед, скорее всего, взрослый. Ага, а он и молоденький растет. Так, это сосед. Да, сосед взрослый. Я его оставляю, брать не буду. А вот этого шпингалетика мы забираем. Ой-ой-ой, я там еще раз. Ребят, видите? Красота. Вот такие мне грибочки нравятся, ребят. Вот такие грибочки мне очень нравятся. Красота. Так, и вот, смотрите, еще один растет. Так. Приходится карабкаться, ползать. Берем. Выкручиваем. Так, все, взяли. Так, ребят, давайте посмотрим.
что за находочка представляет. Здесь идеально все. Здесь, смотрите, от шляпки откололось, и одного червячка нету. Так, и здесь. Идеально, просто идеальный. Берем. Ребят, нашел гриб. Вот смотрите, если бы была эта весна, я подумал, что это растет сморчок. Вот визуально очень похоже, кстати. Ну, не совсем, конечно, но есть что-то похожее. Не знаю, что это за гриб такой, конечно. Но симпатичный. Вот, а, вот еще растет. Такой же. Интересно, интересно, что это за грибы такие. А вот это, как понимаю, наверное, уже более взрослый такой же грибок растет. Вот он. Так, ну мы продолжаем сбор подберезовиков. Вот, ребят, смотрите, чем прекрасен этот лес. Смотрите, сколько много брусники. А, брусничка кисло-сладкая. Смотрите, сколько много ее растет. Вот здесь еще прекрасный лес. Прекрасный лес. Я его очень полюбил, кстати, ребят. Здесь одно удовольствие гулять. А, красота. А, смотрите, бруснички себе насобирал покушать. И сколько много еще ее здесь растет. Вот березка, там мох и брусника растет. Вообще красота. Замечательный лес. Все, застряло, наверное, здесь уже минут 15 тусуюсь. Все кушаю бруснику. Получаю удовольствие. С охотки, конечно, очень хорошо брусничка идет. Брусники очень и очень много, конечно. Срезала себе немного листа брусники. Вот, будем пить чай, если заболеем. Да и для профилактики тоже его можно употреблять. Нашел два подберезочка. Но что самое интересное, смотрите, как они отличаются по цвету. Здесь более темная шляпка, здесь более светлая. Хотя растут абсолютно рядом, где-то сантиметров к 10 друг от друга. Ну, симпатично, симпатично. А, так, полюбовались. Все. Будем собирать. Так, молоденький, хороший. И этот тоже молоденький. Хочу показать, где подберезочки растут. Смотрите, прям под березкой. Это прям забрался аж. Здесь в домике прям. Никто его не тревожит. Красота, молоденький. Вот второй. А сейчас будет третий и четвертый еще. Ах, красота, красота. Такие шпингалетики прям. Приятно собирать, а еще приятнее их кушать. Так. Отлично. Два. Так, где-то я же еще и видел, ребят. Все увидел, он просто очень хорошо спрятался. И вот он. Так, сейчас мы его. Так, как же. Вот он. Вот он, красавчик. Так, берем. Так, и здесь у них есть старший брат. Я назвал так. Сейчас ближе подойдем. Вот он. Смотрите, он еще беленький. Не успел приобрести цвет шляпки. Ох, красота какая. Ох, какие сочные, а. Давайте я вам покажу поближе. Красота. Все, корзиночка пополняется. Ну, практически пол корзиночки, у меня уже есть грибов. Так, подберезочки продолжают меня радовать. Красавчик. Берем. Ну, если бы подберезочки радовали, как вот эти грибы, но если я не ошибаюсь, это все-таки волнушки. Смотрите, прям целая поляна. И сколько их много. Просто здесь интернет не ловит, я посмотрел бы, но если не ошибаюсь, это все-таки волнушки, наверное. Сколько же их здесь много, а? Попадаются сейчас подберезовики по одному. Конечно, хотелось бы, чтобы была компания. Так, из несколько так, десяточек штучек. Но смотрите, все равно неплохо. Как переливается на солнышке подберезовичек. Ой, прямо одно мясо. Мягкое, твердое мясо. Красота. Вот такие подберезочки, это одно удовольствие собирать. Не то, что там уже когда большая шляпка.
Еще раз хотел показать красоту вот этого леса. Лес такой солнечный, назовем, много березок, сосны растут, брусника, трава, мох. Гулять здесь, конечно, одно удовольствие. Так, вот сейчас я насобирал пол корзиночек грибов под березыков. И вот у меня в планах все-таки заскочить сейчас в другой лес и там быстро разведочку провести, там буквально полчасика погулять. Ну что, ребята, барабанная дробь бьет, и смотрим. А, красота! Вот это подосиновичек. Смотрите, шляпа больше, чем моя рука. Вот, не зря я лес поменял, а то я все подберезовики находил. Здесь уже какое-то разнообразие. Ну, размер, конечно, впечатляет, очень впечатляет. Ну, вот, смотрите. Выше водички получается 0,5 литров. Так, ну что, посмотрим. Конечно, жалко его срывать. А, красиво. Но там еще ждет сюрприз. Еще ждет сюрприз. Красиво, красиво. Все. Срываю его. Так, кстати, он уже еле стоял. Ну, теперь самое главное узнать. Ох, какой он большой. Блин, ну смотрите. Сейчас я его положу, сразу полкорзины занимает. Так, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ах, ну лишь бы не червивый был. Срезаем. Кстати, нормально. Вот это да. Вот это да, ребята. Так, смотрим здесь. Давайте разрезик сделаем. Так, смотрим. Ну, я думаю, нормально. Когда будем уже его на кухне перебирать, уже ближе с ним разберемся. И плюс всегда остатки грибов я собираю, их не выкидываю дома, и уже отвожу на дачу и раскидываю возле на участке возле деревьев. Там у меня береза, осин растет, дуб. И вот, посмотрите, у меня предыдущий ролик был, я уже два подберезовичка у себя на участке собрал. Нашел, можно сказать. Да, красота, ребят. Давайте посмотрим, еще второй грибочек сейчас там растет там дальше. Надеюсь, видно подосиновичек. Так, надеюсь, он тоже не подведет нас. Посмотрим, посмотрим. Так. О, вот и старенький друг. Хотя ты меньше размером, намного меньше. Вот, но ты как-то подвел. О, вот этот и то намного лучше. Красота, ребята, блин. Кайф. Надеюсь, может, еще что-нибудь сейчас найду такого интересного. Ну, смотрите. Подберезовички, в основном все здесь молодые лежат. Подосиновик, да, в возрасте, но он хороший. Он сочный, твердый и упругий. Так, ну этот я возьму, с краешку положу, на участке его кину. Возле деревьев, пусть растет. Рано или поздно когда-нибудь вырастет. Ну вот, совсем другое дело. Вот это уже радует. Ах, красота-то какая. Совсем другие цвета пошли уже. Красиво. Все, идем в корзиночку. Вот, а то все подберезовики. Здесь уже подосиновики намного красивее, конечно, собирать. Выглядят они красивее. И цвет более яркий. Так. Корзиночку. Вот, ребят, хотел показать. Смотрите, здесь небольшой овраг идет. И вдоль растут сосны молодые. Здесь раньше была лесопосадка. И вот смотрите, в этом небольшом овраге подосиновичек. Подосиновичек растет. Ах, красиво как. Все-таки подосиновый красивый гриб, я считаю. Так, выходим. Красава. Так, кстати, шляпку немного подъели. Сейчас мы его ножом порежем и уже посмотрим. Так, ну лес другой и другие грибы. Вот поменяешь лес и совсем уже все по-другому. Но все равно одно могу сказать. Грибников много. Очень много уже видно, что прошлись, порезали грибов. И надо уже заходить в такие места, где грибников не было. Тогда еще можно что-то найти, какие-то грибы. Давайте посмотрим, как ножка себя представляет. Ножка хорошая, кстати. Отличная ножка. Так, и здесь мы сделаем разрез. Я беру такой грибочек. Хороший.
Вот стало немного повеселее, а то минут 5 уже хожу, а результатов 0. Опять подосиновик. Так, ножка не айс, но все равно. Сейчас мы срываем. Так, и посмотрим, он слизь уже кушает. И где-то второй был. Сейчас мы сразу... Ух ты, елки-палки, я их не видел. О, вот это да, вот это стоит. Вот это стоит, ребята. Так, я к другому вообще-то шел, а их не заметил. Берем, берем. Отлично. Так, даже... А вот еще один шпингалетик растет. Вот такие удовольствия собирать, ребята. Так, берем. Так. Ха, ха, ха. Вот еще бы чуть-чуть, я бы прошел. Ой, ты малышка, малышка. Так, как бы тебя достать аккуратненько? Ой-ой-ой, ребята, я нашел. Это полянка, это не продолжение следует. Идем дальше. Фу, вот это сердечко сразу забилось. Вот ради этого. Ой-ой-ой-ой-ой, там еще дальше растут. Ах, красота, красота. Так, берем. Вот, ради этого мы ходим в лес. Так, корзинка сзади. Идем, ищем дальше. Вот он. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот это раш, вот это раш. Так. Красавчик. Берем тебя. Так, у меня уже в руку не влазит, а мне там еще. Так, давайте я оставлю. Сейчас приду за этой кучкой. Где-то же я сзади оставил еще один. Еще один. Вот он. Надеюсь, видно его, да? Такой уже в возрасте. Так. Смотрим. Вот это я... Ой-ой-ой, он даже уже упал. Так, ну старенький. Ладно. А вот где старенький, там и молодой растет. Ребята, смотрите. Еще, еще маленький. Маленький, молоденький. Ай-яй-яй-яй, как мне удачно зашел, а? Все-таки грибная фортуна есть. Вроде бы 5 минут тишины было. Ходил уже, огорчился, думал, ну, может быть, я сразу рассматриваю варианты. Уже здесь грибник прошел. Нет, оказывается, кто ищет, тот всегда находит вот такую красоту. Так, сейчас я подойду к своей кучке. Так, надо аккуратно еще будет посмотреть визуально. Наверняка где-нибудь что-нибудь да прозевал. Вот. Ох ты, елки-палки, ребята. А, вот он и точно. А, слушайте, я еще ошибку сделал. Смотрите, я корзинкой сбил подосиновик. Вот он и растет. Фу, вот это невнимательность, да. Уже хожу, сшибаю, елки-палки. Так. Сейчас мы с ножичком порежем и уже разберемся, где какой что представляет. Ну, этот хорошенький. Просто шляпка упала. Фу, ну вот это, ребята, понимаю. Вот это уже раш пошел. Ребят, давайте быстро посмотрим. Здесь маленький, вопросов нет, хороший. Вот этот, смотрите, кстати, он не червивый. Беру, разрезаю. Хороший. Беру. Следующий. Хороший. Красивый. Беру. Так, этот. Все отличные. Просто отличные. Так, вот этот взрослый. Так. Беру. Дома разберусь. Ну, и вот эти уже вопросов нет. Они просто все молоденькие, хорошенькие. Смотрите. Красота, красота, ребят. Вот это я понимаю. Зашел, лесочек поменял. Все. Так что-то этот лес я тоже полюбил. Полюбил из-за того, что здесь растут подосиновики. И хорошие подосиновики. Красота. Люба-люба.
любоваться хочется. Ух ты, красава, красава. Даже резать не буду, знаю, что он не червивый. Он же хрустит весь. Так, ну практически полная корзиночка. Сейчас еще немного собираем, получается, подосиновиков. Вот, и уже будем направляться в сторону дома. Но я считаю, что отлично, отлично. И самое главное, не напрягающий. В лесу иду, отдыхаю. О, кстати, вот в прямом эфире, можно сказать, нашел подосиновик. Но он, кстати, это, видно, смотрите, его ножку подъел слизень. Он старенький. Оставим его. Так. Кстати, надо посмотреть, если может где-то что-то еще растет. Так, так, так. Ну, кстати, вот лисички попадаются сразу. Вот, идут. Ну, возьмем. Не выключая камеру. Так. Может еще что-то будет? Буквально 50 метров прошел. Смотрите, какой шпингалетик растет. Забираем его. Дальше, смотрите. Ой, как любо-любо мне этот лес, а. Я знал, что здесь подосиновики растут. Но, кстати, ходил сюда недавно, месяц назад, ничего не находил. Поэтому вот все-таки решил еще сюда, в этот лесочек, зайти. Так, ребят, смотрите. Корзиночку видите? Вот. Рядом с корзиночкой дружбан растет. Очень красивый друг. Очень красивый друг. Ай, красота, ребят, красота. Все-таки подосиновики покрасивее, чем под березовики. Так, берем и пополняем корзинку. Корзиночка уже практически полная. Радует, радует. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Камеру не выключаю, пройдусь сейчас. Буквально может что-то и попадется. Как говорится, ребята, есть, вижу, вижу. Как говорится, попадется в прямом эфире. А, два вижу уже, два вижу. Три вижу. Ребят, вы видите три подосиновика? А я 4 уже вижу. Я уже 5 вижу. Вот это да, ребята. Смотрите, 1, 2, 3. Красота. 4. Так, а 5 я там где-то дальше видел. Ага, 5. Все, сразу я их забираю. А то получится, как всегда, что я потом не найду, где я находил. Блин, вот это я понимаю. Фу. Я доволен, ребят, я доволен. Удовольствие, вот это удовольствие. Так, ради этого мы в лес ходим. Наслаждение, одно наслаждение собирать такие грибочки, ребят. Блин, они вообще отличные. Фу, не зря вчера дождик прошел. Так, этот смотрим. Я как дождик прошел, прям сразу мысль, пора идти в лес. Этот лес, то есть лес, дождик грибной, грибочки вырастут. И они выросли, ребят, смотрите, какие красивые. Так, так, так. Так, и вот этот. Красивые, красивые грибы. Подосиновички. Все, вот смотрите. Корзиночка у меня уже больше становится с подосиновиками. Так. Я даже резать не буду. Я знаю, что они хорошие. Вон, я их рвал. Даже видно, что ни одного червячка нету. Блин. А, ребята, я доволен. Этот друг сам по себе растет. Я посмотрел, вроде бы братьев поблизости не заметил. Что мне нравится, подосиновики, они яркие. И когда идешь по лесу, они вот издалека их видно, они в глаза сразу бросаются. Прям как с картинки прям. Ну что. Так. Отлично. Нашел грибы какие-то.
визуально они немного даже похожи на зимние опята, фламулина бархатистоножковая. Но здесь ножка совсем другая, но фламулина она темная, черная даже. Но что-то есть похожее. Лес продолжает радовать. Опять один подберезочек попался. Конечно, с группкой-то повеселее, когда их собирать. Так. Лепота. Лепота. Еще одна находочка. Так. Корзинку. Вот практически перед выходом уже из леса еще один подосиновичек. Так. Все, подошел уже к машине своей. Вот она, моя корзиночка грибов, подосиновики, подберезовики. Я считаю, что неплохо в лес ходил, пособирал, понаслаждался природой. Ну, а сейчас уже направляюсь домой. Да, и если кому понравилось, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.